Всем привет, в общем, я уволился по собственному желанию из ВВС. Так. А, и устроился на зону 51. Ночью был набор и устроился. А здесь все гораздо круче. Всем причем. Во-первых, тут постоянно нападают на нас банды всякие. И здесь очень интересно. Тем более у меня очень интересный пост. Вот склад называется, который. Скиллы я тут втихаря качаю уже. Сейчас посмотрим, сколько у меня. Вот дигл 38% уже. Так. Жетон какой-то там. Так, ну слава богу, из ВВС меня уволили. То есть никаких вообще проблем не было. Так, гейт. Ну, я уплыл. Итак, где-то... О. Так, все, я тут. Вот этот вот пост, это мой. То есть вот склад я должен охранять все время. Меня назначил какой-то там... Ну, вчера, когда я... Меня приняла вот эта вот девка, которая какая-то там Марина. И она мне сказала, что вот, занимайте по этот пост. Сейчас... Сейчас, к сожалению, нет чрезвычайных ситуаций. Вот. Так. Сейчас возьмем побольше патронов, украдем. Все, столько хватит, в принципе, так. После каждого перезахода все равно все пропадет. Мейган 2, 80. Один, сколько там? Кстати, кто-то указывал мой ник при регистрации. И смотрите, у меня теперь 884 тысячи. Было вообще 906. Я на дигл там потратил, тоже скиллы прокачивал. Ну, сейчас, конечно, скиллы прокачивать нельзя. Много народу очень. Так, сейчас посмотрим, кто у нас из главы, из всякой тут такой. Никого нет, блин. Так, ладно. Если я сейчас привезу 500 ЭГ металла, меня повысят. Тут мне вот эта вот Марина сказала, что повышение в трех случаях, это присягу какую-то надо сдать. Она неизвестно, когда будет. Еще то, что вот 500 килограмм привезти. Если заскринишь, выложишь на форум, то да. А, давай. А давайте вы проверите. Я на КПП подъеду. Да кто там в скрин эти будет смотреть? Блин. Не знаю, что делать. Фух, я не МГ. Слава богу. Сейчас спрашиваю. Пак, опять я натворюсь. Я бы проверил, но повышать не могу. А, у нас 7-й ранг. РЖ есть. Он онлайн. Так, это для металла? Нет, это не для металла. Нет, для металла. Так, где для металла-то? Блин, непонятно. А хаммеры? 7-й, по-моему, тоже не могу, потому что... Блин.
А когда присяга? Мне бы хотя бы эфрейтера получить, потому что рядовых тут дофига, я могу над ними всеми управлять. Это классно. Ну, когда присяга? Ответь. Пожалуйста. Вчера было, значит, где-то через 2-3 дня. А если я 5 часов на посту простою? Как тогда высят? Здесь все спокойные, адекватные, то есть на зоне. Никто ни на кого не стучит, как в ВВС. Ой. Как через форум? Это как? Вот я тоже не понимаю, как. Ты искренне выкладываешь на форум в отчет военнослужащих. А точно? Повысят. И сейчас можно туда ехать. Да. Товарищ сержант, разрешите отправить за металлом. Фу, я написал, блин. За металлом. Есть. Все, поехали. Так, сейчас. Вот тут чрезвычайная ситуация на КПП-1. Это, кстати, не КПП-1 вроде. А, нет, КПП-1. Да-да-да, все, вот сейчас мы убьем этого урода. Из Грув-стрита. Блин, я случайно его задавил. Не задавил, а задымил. Спаун. Тимкил это, блин. Блин. Нападение. Ну, если что, скиллы просто покачай, типа, постреляй в него. Все. Так, скилл 442. Тридцать восемь. Так и было вроде. Пуф, блин. Кто зайдет и аннулирует.
Только что мы с чуваком... Кстати, я уже старшина... Ой, не старшина, а этот ефрейтор. И только что мы с чуваком, тоже с ефрейтором... брали патроны в СФА для нашей армии, то есть для зоны 51, то есть для сухопутных войск. Генерал здесь очень добрый, очень хороший. Я с ним подружился в скайпе. Вот. Ну и все, сейчас мы едем на базу. Вообще тут все адекватные очень. Так. Сейчас мы... Так. Забыл find. Вот он, Евгений Супрем. Это вот и есть генерал. Вот, видите, я второго ранга, то есть я вам не вру. Ой. Куда он врезался? Михаил. То есть сейчас я... Скоро у меня уже четвертый левел. 4 часа осталось, так. А вот насчет телефона надо, кстати, бабки закинуть. И 32 законки уже. Все просто супер. Так долго нет видео, потому что снимать особо нечего. Вот. Так, сейчас доедем, и я, наверное... И закончим эту серию. Когда вот будет нормальный там эпик, еще что-нибудь, тогда, конечно. Так. Ну, уже хорошо, что я не рядовой. Надо сейчас будет вообще в старшину, да, выучить там эти уставы грёбаные. Так, и все, и в принципе я уже буду старшиной. О, смотри, тут балсы что-то делают. Что? Вот столько вот солдат сейчас. Find вообще просто офигеть. Все, приехали. Так, где этот? Ой, надо еще ж разгружать, да? Так. Блин, а как? Слушай, а как ящик здесь? Что за парень там хочет, да? Доклады доставим. Ну, алло, говори. Ты кому? Ага, спасибо. Так, сейчас, подождите, а куда их... А, ну, в принципе, вот туда вот, да, грузить их. Сейчас мы разгрузим. Блин, надо было снимать, когда мы их... Когда мы за ними ехали. Ту-ту-ту. Тейк. О, генерал. Евгений этот. Вот, так у нас дофигища патронов. 300 штук целых. Все, пусть он сам, короче, разгружает сейчас. Так. Дофига, слушайте, патрончиков.
Бля, без разговоров. Так. Ну все, на этом все. А, до свидания.